Скажите, пожалуйста, как вы можете оценить выступление российской сборной на Олимпиаде в Рио? Мы даже не смотрели. Да, надо воздержаться от комментария. Вот она заняла почетное 4-е место. Это победа, проигрыш, что это такое? Ну, что... 4-е место — это достойное, главное не победа, а участие. То есть все-таки 4-е это хорошо, да? Ну, наверное. Как бы не смотрим футбол, поэтому пусть будет хорошо. А, футбол. Олимпиада. На футболе у нас что-то 24-е заняли. Еще лучше. Вообще не слежу. Я даже не знал, когда Олимпиада была, честно говоря, да. Ну вот она заняла 4-е почетное место, в кавычках. Вы вот как можете, по 5-бальной шкале, этому как можно? На какую оценку? В смысле, там присутствуют виды спорта какие-то, да? Все олимпийские. Это не, ну, 4-е место, оно не потому, что наши спортсмены там плохо выступили как-то, а это связано все-таки с политической ситуацией, так или иначе. Вот. То есть иначе бы первое заняли, да? Ну, я думаю, что наши спортсмены, они сильные, наша сборная сильная. Но выступила слабо. Ну, этого не могу сказать, потому что я не следила за этим, но мне почему-то кажется, что это больше связано... Не со спортивными достижениями это связано. Вот так. Ну а вот вообще, как можно, 4-е место — это хорошо или это плохо? Для Российской Федерации для страны это плохо. Очень, да, не очень хорошо, не очень. Могли бы лучше вот так. Положительно. Мне понравилось, как они выступали. Вот 4-е место — это что, победа, проигрыш? Это же не официальный медальный зачет, так что мне кажется, это нельзя воспринимать всерьез. При том, что половину наших спортсменов не допустили. Отлично, ребята. Это вам передать не могу. У меня слезы были из глаз, когда я видел, как они боролись за честь свою, за честь России. Это я не россиянин, но вы знаете, душой... Ты россиянин. Это я хохнушка, но я очень люблю Россию. Я русский человек. Вы знаете, без ума я был от выступления. Так, вот итог — 4-е место. Это хорошо или плохо? Хорошо. Если бы допустили легкоатлетов, результат был намного лучше. Кстати, тяжелоатлетов не допустили. Это тоже. Борцов не допустили много. Ну... Я считаю, что там уровень 2-го места был точно. Ну, 3-е – это законно, их место должно быть. Но я разделяю точку зрения мужа, потому что я просто сочувствующая. И выдержала его сутками сидения у телевизора. Ну, я даже не знаю. Наверное, не очень. Наверное, ребята на прошлой Олимпиаде выступили лучше. Я не знаю, с чем это связано. Плохо старались. Хорошо, плохо, отлично. Вот какие варианты? Не отлично, но, в принципе, учитывая, что у нас, по-моему, мало человек там было, вполне достойный результат. Я думаю, хорошо выступили, потому что достойно. 4-е место. Ну, согласен с вами, но у нас же много не выступало спортсменов, поэтому, я думаю, поэтому такие результаты. Если бы наши все поехали, было бы, конечно, 1-е место. Думаю, вот так как-то. А вы как считаете? Так же. Сложно сказать, на самом деле. А вы поближе. Ой, можно подумать немного, а? Ну вот, говорят, наша сборная хорошо выступила. 4-е место. Это хорошо? Ну, нужно смотреть результаты других команд, составы команд. Ведь, ну, я имею в виду, что многих же спортсменов не допустили до Олимпиады. То есть, следственно, результат хуже, чем мог быть, чем мог ожидаться. Как вы можете вот оценить выступление российской сборной на Олимпиаде по 5-бальной шкале? 4. То есть 4-е место – это 4? Да. А 1-е место? 5. Так, и следующий вопрос. Значит, а вот там 2-е и 3-е место – это как? Нет, просто относительно того, что... У нас не все спортсмены были. Вот так вот. Очень достойно. Учитывая то, что половину наших спортсменов не пустили вообще на Олимпиаду, то есть не разрешили. Очень достойно, сильно. Поддерживал, все смотрел.
А вы как считаете? Солидарно. А вот четвертое место – это повод для гордости? Это повод для того, чтобы показать всем, что даже без большинства своих спортсменов мы можем сделать Олимпиаду красивой. Вот у нас сейчас такая волна патриотизма идет, якобы. А при этом Путин олимпийцам дарит X6, а не новую «Ладу», которая тоже вот на днях как раз вышла. Как вы можете вот это вот пояснить? Это тонкость россиян, вы знаете, я не информирован до такой степени, как на те вопросы. Ну вот почему не русская машина? Почему опять BMW? А, вот так вот она. Ну, наверное, Путин считает, что еще нет машины в России, достойной BMW. Возможно, это просто мотивация и стимул к чему-то более совершенному. Значит, для промышленников, чтобы они поднялись на уровень немецких марок. То есть подари «Ладу», так тогда станет все еще хуже, да? Подготовка. Самое главное, чтобы нас, когда мы будем в Украину, чтобы нас пустили после этого интервью. А то нас, смотрите, ребят, я то случайно приехали в маршрутке, чтобы нас пустили на нашу любимую родину, Украину. Но что поделаешь? Мы за дружбу народов и против войны. Вот это главное. Ну, то есть нормально, надо BMW дарить все-таки, да? Нафиг эту «Ладу». Пока, да, пока. Но когда вас поднимется выше по классу автомобиля и по всем, тогда только русское дарить. Только русское. Все, спасибо, до свидания. У него тоже такая машина, может, у него тоже X6, он знает, что это хорошая машина. Ну, как же, вот волна патриотизма. На самом деле, может быть, это как-то будет не совсем как бы корректно, да, но у меня на слово «Путин» сразу какая-то рифма, ну, такая, ну... «Лада Веста». Не-не-не, нецензурная приходит, это как бы неправильно, наверное. Тебя снимают. И да, и, ну, и мне кажется, даже достижения как бы спортивные, я не считаю это вообще достижениями, спорт, но это вообще, это, ну, грубо говоря, это еще немного недоразвитость, понимаете, то есть, мне кажется, людям больше нужно транслировать по телевизору предметы, больше искусства. То же самое музыку, да. Это будет полезнее, чем спорт, потому что, ну, как бы, спорт. А то, что Путин подарил X6 олимпийцам, ну, как бы, наверное, это да, все хорошо, как бы это окрашивается так, что может, это... Может, это мотивация их на следующие достижения, что там... То есть, если им «Ладу» подарить, то они вообще свалят отсюда, да? Не, ну вы же понимаете... Конечно, они в любом случае свалят отсюда. Это все как бы сфабрикованный такой, как бы цирк, картинка, я не знаю, то есть... Ну это смешно вообще. На самом деле это смешно просто. Ну это лучше его спросить. Ну а вот ваше мнение, вы бы на его месте как бы поступили? Ну я вообще слышала, что этот подарок от какого-то фонда, который спонсирует Абрамович и другие миллиардеры, поэтому, наверное, это было их совместное решение. Вот, а насчет меня, ну, я только рад за спортсменов. Мне кажется, хорошая машина. Потому что новая «Лада» не самая лучшая машина. Да, с патриотизмом как-то странно у нас все в стране, я абсолютно согласен. Вот вам не кажется, что раз патриотизм, тогда «Лада»? Абсолютно верно. Но, видимо, олимпийцы заслужили большего. Может быть, рекламный ход какой-нибудь? Реклама BMW в России. То есть патриотизм патриотизмом, а бабки как бы главное. Естественно. Ну, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. А как вот это все вяжется? Патриоты, X6, «Лада» какая-то, которая никому нафиг не нужна. Зачем она вообще выходит? Ну, это бюджетный автомобиль, то есть в провинциях это он востребованный автомобиль такие. Это здесь, в городе, может быть, не надо, а в провинции они нужны. То есть не для олимпийцев это все, да? Нет. Конечно, нет. Для нас, да? Да. Не знаю. Вообще без понятия. Если когда-нибудь я стану олимпийцем, я вам расскажу. Но по-вашему, вот как надо? Это как-то вообще сводится с патриотизмом-то? Нужно дарить BMW, когда ты пропагандируешь патриотизм? Или «Ладу»? А, ну, наверное, «Ладу», да. Ну, на самом деле, лучше развивали вообще, в принципе, спорт и в это деньги вкладывали, чем в покупку машин дорогих, тем более за четвертое место. Все, спасибо. До свидания. BMW надежнее. А патриотизм как же? Пример почему не показывает? Здоровье спортсменов важнее. На самом деле, да, это очень странно, я не знал про это.
Как раз сейчас новая Веста вышла. Там что-то Веста, кросс, концепт, хрен пойми что. Вот почему он своим примером не хочет показать? Вот, будьте все патриотами, и вот вам, Лада, катайтесь за четвертое место. Было бы как раз, наверное. Ну, видимо, ему стало жалко спортсменов. Он уже проводил тест-драйв на Ладе Калине, насколько я знаю. Видимо, ему не очень понравилось. То есть это может отразиться на их подготовке на следующую Олимпиаду, да? Да, вполне, мне кажется. Может быть, состав будет еще малочисленнее. Вот скажите, у нас сейчас такая волна патриотизма идет. Почему при этом Путин дарит BMW X6, а не Ладу олимпийцам? Знаете, у меня точно такой же вопрос был. Крайне недоволен этим. То есть не вяжется это все, да? Да, абсолютно не вяжется. Не знаю, это нельзя же говорить за президента. Захотел, так, наверное, сделал. А как же духовная скрепа? Ну, наверное, стоит пожелать ему, пусть в следующий раз подарит новую модель Лады. Ну, кому надо же, Лада, у них и так там всякая машина лучше. Наверное, хотел угодить как-то. Не знаю. То есть, если им Ладу подарить, то в следующий раз они займут 24-е, наверное, место, да? Не знаю. Про каждого спортсмена нельзя сказать, но некоторые, наверное, идут туда ради выгоды своей личной. Но у некоторых уже есть BMW X6, наверное. Я не уверен, что наши спортсмены идут туда ради BMW X6, а все-таки, наверное, ради того, чтобы поддержать свою страну, ради... Ну, а вообще правильно вот то, что за победу... Путин просто любит про патриотизм говорить, но при этом почему-то дарит BMW. Наверное, неправильно. То есть нужно было все-таки подарить... Да вообще ничего не дарить, по-моему. И все чисто на... Как раньше в СССР было, на своем, на энтузиазме. Ради страны, ради себя, как бы.